Для большинства взрослых людей с точки зрения трудовой занятости лето мало чем отличается от других пор года. Конечно, если на него не выпадает отпуск. А вот для школьников, учащихся колледжа и студентов оно связано с самыми продолжительными долгожданными каникулами. Лето у них ассоциируется с отдыхом, но далеко не все молодые люди используют этот период для праздного времяпровождения. Огромное количество ребят хотят получить новый опыт по той или иной специальности, а также стремятся как можно раньше стать независимыми в финансовом плане. Хорошим вариантом для школьников является трудовой лагерь. По количеству это 20 человек, им всем 14-15 лет, потому что государство оплачивает по наиболее лучшему тарифу, чем им было 16, поэтому традиционно набираем каждый год иногда 15 человек, в этом году решили набрать 20 человек. Юношей здесь 8, а девушек 12. Это специфика нашей гимназии, потому что у нас количество девушек всегда преобладает. В мае месяце определяется объем работы, составляются графики. Это все оформляется через трудовые книжки, через трудовые договора. Отбираются заявления у них, у родителей, поскольку мне 16 лет. Что касается непосредственно объема работ, это в основном работа в библиотеке. Это работа с, вот видите, с партами, которые периодически приходят в негодность, их нужно постоянно поддерживать и монтировать. Также у нас всегда дворник уходит в июне в отпуске, поэтому мы вот закрываем уборку территории. Трудовые лагеря существовали еще во времена СССР, но потом на некоторое время были забыты. Возрождать в Беларуси их начали в 2013 году. С тех пор этим местом работы интересуется все большее количество девушек и юношей. Чаще подростки убирают и благоустраивают территорию, высаживают цветы, ремонтируют учебные кабинеты и мебель. Сегодня всем этим занимается трудовой десант гимназии номер 3. Принимаем первый раз, первый год, и ведь трудиться – это не только необходимость, но и наша жизненная обязанность. Ведь за труд человек получает не только деньги, но и чувство собственной значимости. И труд учит нас быть целеустремленными. Еще значимо очень трудиться на благо нашей гимназии, ведь благодаря трудовому лагерю мы создаем красоту вокруг нашего учреждения образования. Также благодаря трудовому лагерю я впервые официально трудоустроилась и получу трудовую книгу. А это уже определенный опыт. Если у ребят, которым исполнилось 14 лет, есть возможность потрудиться на территории школы и получить свои первые заработанные деньги, то у мальчишек и девчонок помладше есть только летняя практика, где они под руководством педагогов также помогают благоустраивать территорию своего учреждения образования. Все, что вы видите, высажено на пришкольном участке именно руками наших педагогов вместе с нашими учениками. Ежедневно у нас летняя практика распределяется таким образом, что ежедневно у нас работает по 15-20 учеников. Это на протяжении всех трех летних месяцев. Они ухаживают, поливают, занимаются прополкой. Такая практика необходима детям в первую очередь для того, что во время учебного года дети занимались умственной деятельностью. И для того, чтобы был отдых, нужна смена деятельности, как мы с вами знаем. И многие из ребят, как правило, только работая у нас на летней практике, знакомятся с такими орудиями труда, как грабли, лопата, тяпки. Мы их приучаем трудиться. Вот 14-летний Вадим Хохлов не понаслышке знает, что такое тяпка и как правильно ей орудовать. Мальчику с самого детства бабушка прививала любовь к цветам, а потому сегодня юный ботаник с удовольствием занимается высадкой и прополкой цветов не только дома, но и на территории школы. Я уже 5 лет занимаюсь растениями и высаживаю их возле своего многоквартирного дома уже 3 года. Труд это очень, конечно, большое, потому что не каждое растение, во-первых, приживется, и каждое растение надо еще, ну, свой уход к нему подобрать, ведь каждое любит свой уход, кому-то меньше воды, кому-то больше, и каждое подкормить надо, чтобы оно еще принялось, открыть от морозов. На территории школы вблизи центрального входа можно заметить небольшие композиции из бегонии. Это тоже труд Вадима Хохлова. Этот юноша поражает своим трудолюбием и внимательностью к каждому цветку. Кто знает, может, в дальнейшем он станет ландшафтным дизайнером.